А как вы настраивались на эту игру, что вот в ней вам нужна была только победа? Ну, блин, у нас было одно очко, у той команды 3 очка, то есть важный решающий матч. Кто выигрывает, тот проходит. Вот. Естественно, наорал на своих пацанов, чтобы играли собрано. Ну и самого, слава богу, поперло вовремя. Вот. И добились результата, вышли дальше. Очень довольны. А что случилось с командой, когда вот быстро забили 2 мяча, а потом соперник сравнял счет? Почему? А, это какой был там счет? 2-2 в первом тайме. 2-2 было. Ну, я думаю, это не важно. Важно, что я забил 6 мячей. Да, это равная игра была, равные соперники. То есть там... То есть было в конце 4-3. Нам больше повезло, двушку забили, вышли. Красавцы. А теперь как раз вопрос про твои 6 мячей. Вот забила вообще до этого когда-нибудь? Да, было. Там у меня было в 2 матчах. Как-то мы выиграли 7-2, я забил 6. А потом в следующем матче мы выиграли 7-2, я 4 забил. То есть такое было. Но сейчас это было наиболее важно, конечно. Вообще круто. Да. Что можешь сказать об игре команды соперника? Соперники равная команда. Нам, может, чуть больше повезло. Меня проперло просто. Ну, бывает. Со всеми бывает. Вот. Ребятам спасибо. Хорошая игра. Без матов, без драк. Отлично. Ага, и теперь традиционный вопрос для команды, которая в плей-офф вышла. Вот кого соперники себя? Есть какие-нибудь предпочтения хотите? Я не знаю, вон МЧС они вышли, по-моему. Там у меня друг играет с МЧС. Все, спасибо. Победой.